А вот еще одна мировая звезда Уфа сейчас готовится к первому международному фестивалю Ильдара Абдразакова. Таким образом, известный бас решил отметить 20-летие творческой деятельности. Вместе с ним на сцену выйдут солисты Мариинского театра и Международной академии музыки Лены Образцовой. Место за дирижерским пультом займут Сперанца Скапуччи из Королевской оперы Бельгии и художественный руководитель Национального симфонического оркестра Рушан Якупов. В программе самые знаменитые арии из опер Верди, Пуччини, Россини, Легара, Безе и Моцарта. Прозвучат и инструментальные композиции. Солист, один из первых исполнителей джаза на виолончели, Борислав Струлев. Я сейчас не буду говорить, что будет. Это будет сюрприз. Но будет очень разных интересных концертных номеров. Поэтому это, с одной стороны, и классические произведения, а с другой стороны, это такой немножко будет кроссовер. Открою маленький секрет. Но будет очень здорово. Такого вы еще не слышали. Также Ильдар Абдразаков вместе с коллегами проведет в Уфе мастер-классы для молодых исполнителей, а лучшие ученики выступят наравне с приглашенными звездами. В мое время, когда я начинал, были Ирина Архипова, да, Мария Биеша, Елена Образцова, которые помогали молодежи, которые возили, которые представляли. Сегодня, к сожалению, честно говоря, я не знаю, кто сегодня это делает. Но я уверен и я знаю, что я могу это сделать. Молодых ребят могу представить в разные театры мира. Откроется фестиваль 24 апреля концертом в Театре оперы и балета. На следующий день запланировано благотворительное выступление в ГК за Башкортостан. И завершится гала-концертом в пятницу 27 апреля.